Каждая мама такая. Мам, можно пойти погулять? Да, конечно, сынок, а до скольки ты будешь? Ну, где-то до 12, как и все. Нет, ты будешь до 11:45. Ну, мам, пожалуйста. Я сказала! Каждая мама такая. О, апельсинка! Куда берешь? А суп? Так я ел. А с чем был суп? Так... С мясом? А, да. То есть, быстро садись, я сейчас тебе насыплю. Каждая мама такая. Мам, можно мне друзей привезти? Иди в папу спроси. А ты не знаешь, где папа? Мам, можно мне пойти гулять? Ой, я за это тоже пойди в папу спроси. О, за***ись. Мам, не бей. Мам, а можно мне собаку завести? Иди в папу с... Да. Мама, где папа? Зачем тебе отец? Вы что все без меня решаете? У меня спрашивай. Понятно, пиво сегодня не попьем. Каждая мама такая. О, фух, ненавижу школу. Сейчас разденусь и сразу же лягу спать. Тик-тик. Мам, я конфетку хочу. Да сейчас, погоди. Пусть твой брат разденется, а потом я его отправлю в магазин. О, кажется, уже. Сынок, сходи в магазин и купи брату конфеток. Ну, пожалуйста. Я же только разделся. Я сказала быстро, а то сейчас отца позову. Да блин. Каждая мама такая. Сынок, иди посуду помой. Ну, мам, ну это же не мужское дело. Я сказала, иди помой посуду и попылесось. Ну, мам, ну ты говорила только посуду помыть. Ты будешь еще мне возражать? Я сейчас отца позову. Да блин. Каждая мама такая. Сынок, а подойди сюда. Я видела, ты с Мишей 7 Б гуляешь. Да, мама, что? А ты знал, что вообще-то Миша курит? Да ладно. А ты знаешь, что бывает и с теми, кто курит? Нет, а что? Я пока что еще не придумала, что с ними бывает, но, в общем-то, бывает что-то плохое. Дружил лучше и с Эльдаром из 6 Б. Хорошо? Он вчера 3 литра водки выпил на спор. Да блять. Каждая мама такая. Мам, я гулять? Нет, иди попылесос, помой посуду и свари что-то кушать. А потом я еще тебе какую-то работу придумаю. Ну а когда я буду гулять? А я когда буду гулять, а? Каждая мама такая. Эй, йоу, че творим, бро? Меня зовут Сергей Онис. И сразу же, просто сразу же, бери, подписывайся на канал, чтобы быть моей супрем... Чтобы быть моей Supreme банде! Ведь придет время, и Supreme банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, быстрее подписывайся на канал, чтобы быть моей Supreme банде. Ах да, и еще самое главное, что я забыл. Вот комменты из-под прошлого видео. Так много. О, они такие шикарные. Братан, ты тоже можешь попасть в следующее видео. Всего то, что тебе стоит, это написать комментарий. И обязательно, слышишь, обязательно наша одна лайки колокольчик. Ведь я проверю, у меня есть прога, которая позволит мне проверить. И если ты все это не сделал, то ты просто не попадешь в следующее видео. Жми на лайк, колокольчик и пиши коммент. И ты уже считай следующее видео. Правда, если никто не оставит комментарий по твоим комментам. Это мои правила, потому что здесь Supreme банда. И она сильнее всех. Йоу, я надеюсь, тебе понравилось это видео, и ты уже поставил лайк, нажал на колокольчик, подписался, написал комментарий. И на этом все. С тобой был Сергей Онис. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока.